2016 года я занимаюсь разведением карликовых кроликов. Это направление сухий карликовый баран, цветной карлик и гермелин. Были у нас еще рексы, рексов мы пока вывели из разведения. К нам обычно обращаются за милыми животными для своих детей родители. Они очень просты в содержании, очень любят общение, ласку детей. Поэтому это отличное животное для того, чтобы держать его дома в клеточке, выпускать, погулять. Ухода большого не требует, больше общения, заботы и ласки. Мы привезли оборудование для заготовки кормов. Это пресс-подборщик, это упаковщик рулонов и резчик рулонов. Завод предлагает технику для заготовки сенажа в упаковке. Целое направление в кормопроизводстве. Есть миф, что эта технология заточена для хозяйств небольшого размера, но сейчас, на сегодняшний день, у нас есть хозяйство от 100 голов и до 6 тысяч голов. Здесь много вариантов, как эту технологию можно применять. Если это определенная группа животных, которым требуются энергонасыщенные корма, например, это раздой, корова, которая недавно отелилась, ей обязательно нужны энергонасыщенные корма. Если это корова, которая только готовится к отелу, ей нужно исключать из кормления бобовые травы, и нужны исключительно злаковые. И, например, заготовить многотысячную траншею злаковых трав хозяйству, например, не нужно. Поэтому эта технология позволяет заготовить злаков ровно столько, сколько нужно. То есть партия может быть от 5 до 500 тонн, ровно сколько нужно за технику. То есть легко управлять процессом заготовки кормов. Наша компания является поставщиком тест-систем для тестирования заболеваний животных, птиц, для промышленных предприятий, для промышленных лабораторий, которые есть на предприятии, для государственных лабораторий. Это высокоточные тест-системы, они определяют с высокой степенью достоверностью, определяют наличие антител, наличие антигена, ПЦР-тест-системы, комплектуем лаборатории на предприятии, обучаем людей тестированию. И также мы поставляем тест-системы на исследования микотоксинов в кормах, на исследования антибиотиков. И также у нас есть экспресс-тесты, в том числе на стельность, на определение стельности с 28-го дня. Высокоточный тест с высокой достоверностью. Здравствуйте, меня зовут Стас, нахожусь на выставке прибыль животноводства в городе Краснодар. Я представляю компанию Cogent Trust, эксклюзивный дистрибьютор компании Stage Genetics на территории Российской Федерации. Мы первые начали производить фиксированное семя. Обращайтесь к нам, работайте с лучшей мировой генетикой. Растениеводство и животноводство, и вы знаете, что мы приняли в законодательном порядке изменения в закон о плодородии почв, где для хозяйствующих субъектов привели такие требования, как установили не просто требования, а обязанность вносить один раз в 5 лет органических удобрений в объеме не менее 9 тонн на гектар для площади пашни, на всю посевную площадь, на площадь пашни. Я просто к чему это говорю? Да, сегодня мы это сделали, в законе эта норма есть, но нет ответственности административной. И я скажу, что губернатором, председателем законодательного собрания края направлены необходимые обращения уже в правительство, в Государственную Думу, чтобы все-таки к административной ответственности привлекать те сельхозпредприятия, которые не выполняют законодательные нормы. Раз. Второе, у нас будет в ноябре Южно-Российская парламентская ассоциация заседания, где мы этот вопрос уже тоже в повестку дня включим. Дело в том, что без регионального контроля почв, почвоведения, мы просто придем к тому, что у нас будет, не будет наших кубанских черноземов, не будет нашей главной гордости, которая позволяет нам растить вот эти урожаи и гордиться, и носить почетное звание житницы России. В общем, состояние и предварительные итоги и задачи по дальнейшему развитию сегодня мы обсуждаем
Вот итоги пока у нас есть статистически достоверные на 1 сентября. В крае произведено уже почти 1 100 000 тонн молока. Скота и птицы немного более 350 и почти 1 100 000 000 штук яйца. Край занимает, в крае, вы видите, поголовье содержится, да, тут показан рост, это все на текущую дату. Либо мы показываем стабильность поголовья. Наш регион уже достаточно стабильно входит в топ-10 регионов, мы занимаем 7-е место в Российской Федерации. Но если посмотреть структуру поголовья, то как раз вот поголовье в организованном секторе и в крестьянско-фермерском хозяйстве в сумме это большая часть поголовья. Это как раз там, где мы производим товарное молоко, которое попадает на перерабатывающие предприятия. Стабильно мы также удерживаем 3-е место по валовому производству сырого молока всего во всех категориях хозяйств. Если мы говорим о сельхозорганизациях, то здесь мы занимаем 2-е место в регионе. Также мы входим в 5-ку по производству мяса и 8-е место в стране по производству яйца. Если говорить о Южно-Федеральном округе, то 82% молока производят наши кубанские животноводы, 57% скота и птицы на убой в живом весе и 33% яйца производит наш регион. По обеспеченности продукции собственного производства на одного жителя нашего края, по итогам 2021 года эта цифра составила 269 килограмм молока, 78 килограмм мяса и 260 штук яиц. Пользоваться грантами, строить семейные фермы, поднимать культуру животноводства, потому что очень много фермеров закупают племенного скота, однако же этот скот не раскрывает свой генетический потенциал. И вот мы посчитали, даже если вот при этом же самом поголовье в крестьянско-фермерских хозяйствах, если мы удой доведем до среднекраевого, то это плюс 50 тысяч тонн молока ежегодно. И, конечно же, я как-то перескочила. Ладно. Поговорим о других животных. Конечно, нам животноводство все важно. Да, мы много говорили о молоке, потому что там и достаточно серьезные цифры. И, конечно же, это социально важный продукт. Но у нас содержится 687 тысяч голов свиней.